В общем, имеем вот такой вот поинтер китайского производства. Вот его шильдик. Ну и, собственно говоря, плата. Катушку я пока откинул, потому что здесь, как обычно, развалилась кнопка. И теперь вопрос, как же подобрать эту кнопку. Благо, у владельца я выяснил, что, немного попользовавшись им, 6 мм на 6 мм кнопка. Он заявил с полной ответственностью о том, что нажимаешь на кнопку, и он включается. Нажимаешь еще раз, он выключается. То есть, соответственно, нам нужна кнопка с фиксацией. Скорее всего, это будет кнопка следующего образца. RV22E06. Кнопка миниатюрная, с функцией фиксации. Выглядит она следующим образом. Вот такая вот кнопочка. Заказал ее две штучки. Значит, в корзинку уже закинул. Значит, завтра или сегодня, или завтра заберу. Ну и будем паять, смотреть, что получится. Итак, взял вот такую кнопку. Ссылка на нее будет в описании. У нее есть небольшой маркер. Вот эта вот пипка, углубление. Этой стороной нужно ставить ближе к светодиоду. Тут мы уже зачистили все. Здесь все встает. Так. Тут надо будет одно местечко прогреть, чтобы стало. Сама кнопка. Вот становится до упора. Возьмем немного флюса. И будем паять. Ну и на 320 градусов паяльник и паяем. Ну вот, можно припаивать катушку, в принципе, и проверять. Так.
батарейка. Включен.